Добрый вечер. Или утро. Всем привет. Добро пожаловать на мой канал. Юлия Сапарниязова и ее фавориты. Это рубрика такая. Сегодня я вам хочу рассказать о моих самых любимых предметах гардероба, уходовой косметики и вообще всяких штучек-дрючек, которые были незаменимы в эти месяцы. Давайте не будем долго задерживаться и начнем. Поехали! Начнем мы, конечно же, с фэшна. Fashion is my passion, fashion is my profession, fashion... Something else? Итак, первый айтем, который я хотела вам показать, это мои новенькие Manolo Blahnik. Я делала распаковку на моем американском канале. Англоязычном канале. Здесь я еще никому это не показывала, я их еще никуда не одевала, естественно. И я хочу вам их показать. Как вы все прекрасно знаете, сейчас самый модный цвет это зеленый. Но зеленый мне всегда нравился, даже без того, что он самый модный. Вот так выглядят эти божественные Manolos. Посмотрите, какие красивые. У них Kitten Heel. У них нереальной красоты вот эта брошь. В общем, нереальной красоты. У меня есть одна пара Manolo Blahnik в желтом цвете. Я их уже одевала первый раз, они безумно удобные. Все мои Manolos идут на пол размера больше. Я обычно ношу где-то 8,5. Этот размер 9, то бишь 39. Вот, они очень красивые. Посмотрите, просто какая божественная туфелька. Мечта любой девушки. Теперь они у меня есть. Кстати, я их купила на скидке, что бывает очень редко. Следующий fashion item это будет мой бомбер от бренда Юона и в коллаборации с Гошей Карцевым. Это вот такой черный бомбер с подплечниками, он укороченный. Я ношу его всегда, везде, без остановки. У меня иногда даже создается впечатление, что у меня больше другой одежды нету. Ну хотя она есть, но как бы нету. Следующий fashion item мне пришлось достать из стирки. Это только доказывает, что я очень люблю этот комплектик. Это вот такой вот комплект от бренда Cotton Lab. Вообще-то изначально эта футболка была длинная. К ней еще идут шорты, но шорты такие грязные, что я не смогла их достать. Эта футболка еще более-менее не сильно испачкалась. В общем, эта футболка была длинная, и когда я на себя это одела, я поняла, что что-то здесь не то, чего-то не хватает. В общем, думала, вертела, крутила, обмануть хотела, и в итоге решила, приняла решение, что буду обрезать футболку. Как видите, я сделала из нее кроп-топ, и когда бренд увидел, что я обрезала футболку, они такие: «Юля, вы что, обрезали футболку?» Ну, я не знаю, какая у них там была реакция на это. Я говорю: «Блин, ребята, извините, говорю, но я просто поняла, что если я не обрежу эту футболку, я не буду чувствовать себя на 100%. И они говорят: «Да нет, вы что, нам так нравится, это наоборот, мы теперь даже думаем запустить такую линейку». Вот, в общем, я обрезала этот топ, хотя он идет длинным. И это очень классный коттон. У меня от этого бренда еще есть зимний костюм. Это такой более летний вариант. Тут внутри как бы не пушистое, а такое, знаете, как это называется, такими петелечками. Вот, он очень комфортный. И, конечно же, этот цвет, мне кажется, на загорелой коже самое то. Ну, просто как бы все обращают на меня внимание. Ну, как бы и так на меня все смотрят. А тут прям все пялятся на меня вот в этом костюмчике. Он очень классный, я его просто обожаю. У меня есть два фаворита в бьюти. Первое это вот этот вот moisturizing cream от бренда Laneige. Он называется Waterbank Moisturizing Cream. У него нереальный запах. Просто он пахнет, у него такая вкусная отдушка. Мне зачастую не очень нравятся запахи кремов. И очень, точнее, очень редко, что мне нравится. Но у этого
Ах, просто фантастический запах. Он очень классный, он очень воздушный, он классно ложится, на него классно ложится косметика. И что самое классное, что он не очень жирный. Как раз сейчас на лето это вот просто идеальный вариант. Но я все так же пользуюсь моим зероидом на постоянной основе. Я просто иногда меняю крема. Крема или крема? Ну, короче. И вот у меня вот такая вот заменка появилась. Как только закончится вот этот вот огромный пробник, я закажу себе полноценный размер 100%, потому что я этим кремом осталась очень довольна. Также хотела рассказать вам о моей старой /новой любви. Я активно начала пользоваться кислотами. Вот у меня сейчас в руках очень классная кислота от The Ordinary. Это молочная кислота Lactic Acid. У нее 10% молочная кислота, есть еще 5%. Я бы, конечно, если вы никогда до этого не пользовались кислотами, воспользовалась сперва 5%, только потом перешла бы на какую-то более жесткую кислоту. Я сегодня, кстати, этой кислотой не воспользовалась, я воспользовалась другим пилингом. Но вот этим пилингом я делала на прошлой неделе себе пилинг и осталась очень-очень довольна. Кожа моментально становится блестящей, как бы сужаются немножко поры, они очищаются, проходят там какие-то мелкие покраснения, прыщички, там может какие-то потемнения и так далее подобное. В общем, кожа становится очень классной после этого пилинга. Но, пожалуйста, ребята, не нужно бежать за советами блогера и покупать все, что она там говорит и так далее подобное. Делайте этого. Пожалуйста, обратитесь к врачу, к дерматологу, прежде чем использовать какой-либо такой особенно опасный продукт. Просто если вы воспользуетесь вот этим, ну, вероятность того, что вы там завтра сгорите полностью, у вас там пол лица не будет, очень мала. Вот от этого продукта у вас реально могут начаться большие проблемы. Но если вы все-таки решились воспользоваться этим продуктом без участия доктора, сперва протестируйте его, например, вот на этой зоне, либо где-то вот здесь, и посмотрите, как ваша кожа будет на него реагировать. И уже если вы поймете, что у вас там нежная кожа вот здесь, и ничего не произошло, то удачи. Удачи вам, друзья. Удачи. Еще на самом деле один мой фаворит этого лета и этого прекрасного лета. Косметический фаворит от компании The Browy. Это, на самом деле, компания моей подруги, конечно же. Такие классные продукты могут делать только мои близкие подружки. Это, на самом деле, очень классное средство для бровей. Для того, чтобы ваши брови начали расти, густеть и приумножаться. Вы их просто вот так вот гелем наносите. Это не гель, это сыворотка. Вы ее вот так наносите на брови. И они у вас начинают цвести и пахнуть. Очень классная вещь. Я оставлю ссылочку на этот продукт вам внизу, потому что это не распространенный, естественно, бренд. Она продает его в основном только в салонах красоты. И, возможно, если вы там ее попросите выслать вам, она, может быть, вам его вышлет. Но, насколько я понимаю, одна из основных задач – это рост волос этого продукта. И еще она защищает, если, например, у вас пигмент на бровях, как это называется, microblading или микроброви, или как там это, ну, короче, татуаж на бровях, или что там, я уже не знаю. В общем, от выгорания цвета вот эта штучка, эта сыворотка тоже защищает, потому что в ней содержится SPF. А я как раз сегодня накислотилась, а мне чем больше SPF, тем лучше. Вот, так что очень советую. А теперь перейдем к фаворитам моих украшений. Я приобрела себе недавно 3 кольца. Вот это кольцо и вот это кольцо в Пандоре. Знаете вы или нет, но Пандора — это такой достаточно известный бюджетный ювелирный бренд, где в основном продается silver, да, то бишь серебро. Иногда у них бывает золото, либо позолота. Вот это, например, это позолота. Да, и на самом деле вот это, например, кольцо, оно просто нереальной красоты. Посмотрите, какое оно красивое. Внутри маленькие сердечки. Здесь у него камушки. Очень красивое кольцо. Это кольцо из серебра. Это кольцо тоже такое достаточно простое и тоже очень красивое. Я их ношу реально, не снимаю в таком режиме. Иногда, ну, зачастую, конечно же, я ношу его со своим большим
даймондом. Вот, и очень люблю эти кольца. Часто ношу вот это вот кольцо на большом пальце, вот таким образом. И очень меняю, играю, и вообще прям обожаю эти колечки. Очень классные, плюс не очень дорогие, да, там каждое кольцо начинается от $30 и выше. Вот это было, естественно, самое дорогое, потому что там более детальная работа. Оно, может быть, стоило там типа в районе $60. Следующий мой фаворит, это будет очень крутое устройство, которое мы заказали здесь, в США. Оно называется Robot Litter. Это такая машина огромная. Я делала целый пост на нем в Инстаграме, потому что я так сильно хотела эту машину за таких нереальных денег, что я уже такая, окей, блин, я всем хочу рассказать про нее. На самом деле это просто невероятная, инновационная, самоочищающаяся туалет для кошек. Блин, ребята, на самом деле это очень крутая вещь. Я вам пущу пару картиночек, как она выглядит, как она работает. Мои кошки без проблем к нему привыкли. И что самое главное, он сам себя чистит. Там внутри установлена такая специальная крутящаяся сфера, которая крутится. И когда она крутится, весь песок отправляется в специальный карман, а все, что как бы кошки сделали, оно собирается в такие маленькие комочки и отправляется, когда идет такое прокручивание, и оно не проходит через эту мелкую сетку, и оно отправляется как раз-таки в мусорный пакет. И потом раз в неделю ты просто достаешь нижнюю часть, заворачиваешь этот мусорный пакет и выкидываешь его. На самом деле очень крутая вещь, особенно для тех людей, кто любит кошек. Вы понимаете, это мы, у нас теперь две кошки, и, конечно же, мы очень довольны, сейчас счастливы, рады, и нереально крутая вещь. Так что очень рекомендую. У меня, кстати, они мне прислали, там внутри была штучка специальная с промокодом. Так что если кому-то из вас надо, напишите мне в директ, я вам обязательно дам этот промокод. По-моему, там был 10% скидка, типа что-то такое. Так что дайте мне знать, я вам обязательно его дам. Следующая вещь принадлежит не мне, хотя по факту, конечно же, мне, потому что я ее купила. Это вещь из Мирона комнаты. Я ее отсоединила, вообще она, конечно же, должна быть подсоединена к розеточке. Это будильник. У нас Мирон в последнее время начал просыпаться средь бела дня и вообще, средь бела дня, средь бела ночи, среди темной ночи. И приходить к нам в комнату он мог и в 5 утра прийти, и в 6 утра прийти, а обычно он должен... Он должен спать до 7-10, 7-20, ну, по крайней мере, такой таймер мы установили здесь. Так вот, это будильник. Будильник в виде светофора. То бишь, когда ребенок идет в кровать, вы нажимаете на кнопку «Будильник», и у вас загорается красный сигнал светофора. Что означает, естественно, вы все это объясняете ребенку, что если горит красный сигнал, он не может выйти из своей комнаты. Как только загорается зеленый сигнал, он в этот момент может выйти из своей комнаты, прийти к нам и попросить, что он там хочет. Еды, воды, полежать с нами или что, он, что там ему заблагорассудится. На самом деле мы были шокированы, но Мирон с первой же ночи понял, как это устройство работает. Он разбирается в светофоре уже давным-давно, и, конечно же, для него это было очень интересно, забавно и lifesaver. Очень нам помогает, но я не думаю, что этот продукт будет полезен детям до 3 лет. Я думаю, что все-таки ребенок уже должен соображать, конкретно понимать, что можно, есть слово нельзя, что есть какие-то определенные правила, установки и т.д. и т.п. Так что вещь, на самом деле, очень классная, и это тоже мой фаворит. Я вообще, на самом деле, небольшая любительница кино или сериалов. Я очень редко нахожу время, чтобы уделить его на сериал или кино. Зачастую я смотрю только YouTube. Мне больше нравится YouTube, он мне больше подходит, мне кажется, по моему стилю жизни и по тому, как я воспринимаю информацию.
Значит, но я летала сейчас в Нью-Йорк. Я в самолете смотрела классный сериал, на самом деле, которым была безумно воодушевлена. Я была в восторге от этого сериала. И всем ценителям, любителям моды я очень сильно рекомендую посмотреть этот сериал. Он называется «Халстон». Это сериал про первого кутюрье Америки, который сделал себя практически сам, ему, ну, конечно же, ему там помогали все остальное, но впоследствии, даже, например, сегодня, вы не сможете о нем ничего найти, потому что как он себя сделал, так же он себя и уничтожил. Посмотрите, это, по-моему, 6-эпизодный сериал, очень классный, я была в нереальном восторге, очень вам советую. Ну и, конечно же, главный фаворит этой недели – это TikTok. Ну что, друзья, я теперь в ТикТоке, у меня там есть аккаунт, и хочу вам сказать, что уже как бы набираю просмотры, меня смотрят, меня комментируют, я там всем нравлюсь, так что обязательно заходите в мой ТикТок, вот ссылочка, также я оставлю ссылочку внизу, чтобы вы посмотрели, и подписывайтесь на меня в ТикТоке и дайте мне знать, если вам он нравится, и вообще, если у меня будущее в ТикТоке, потому что сколько я собиралась создать этот ТикТок, все никак не могла. И вот, наконец-то, я его сделала. Ну и еще один съедобный, точнее, выпивающийся фаворит. Это Cold Brew. На самом деле, это компания нашего друга, и она продается только в Чикаго, вы не сможете ее купить. Я просто показываю вам, как можно его приобретать. Он может идти в бутылках, может идти без бутылок. Но что такое Cold Brew? Кофе. Cold brew кофе – это такой кофе, который не проходит процесс нагревания. То есть при изготовлении этого кофе вы не нагреваете ни зерна, ни воду, в котором это кофе будет. Вы ничего не нагреваете. То есть все идет в холодном режиме. Чем это полезно? Это полезно тем, что нету процесса горения зерен. Соответственно, намного меньше кислоты в кофе, насколько я помню, что я читала когда-то давным-давно. Так вот, но я для вас на самом деле нашла классный рецепт этого cold brew. Все очень просто. Вы берете обычные зерна, вы их измельчаете, делаете из них песочек, и после этого вы просто кладете их в холодную воду на 12 часов. Затем вы просто берете марлю или, возможно, у вас есть какое-то маленькое микросито, вы переливаете все, что у вас там получилось, и вот и получается cold brew. Cold brew – это нереально крутая вещь, намного полезнее, чем обычный кофе, но в нем гораздо больше кофеина, нежели чем в одной кружке американо или что-то такое. В cold brew кофеина гораздо больше. Так что попробуйте, если вам понравится, дайте мне знать. И вообще дайте мне знать, если вы слышали, что такое cold brew, и, может быть, когда-то вы пробовали. Сейчас лето, жара, хочется пить классные прохладительные напитки, поэтому обязательно попробуйте cold brew. Ну что, ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и обязательно пишите внизу, какое следующее видео вы хотели бы увидеть. Я думала записать для вас видео про мою коллекцию очкариков или все-таки мукбанг, потому что очень многие мне до сих пор пишут, что они хотят увидеть, как я буду есть с микрофоном. Так что дайте мне знать, а я вас целую, обнимаю, ваша Юля.